Так, музыка какая-то играет? Кроме меня, если это можно назвать музыкой. Ну что, огромное спасибо всем, кто в эту ужасную погоду дошел, пришел, увиделись. Я счастлив здесь видеть всех. Мне не дают покоя лавры Игоря Морозова. Это вот один из основоположников афганской песни, с которым мы по очереди здесь выступаем. В этом гнезде бардов. И говорят, что в последнем выступлении он вообще почти ничего не говорил, а только пел. Вот я так мечтаю этого достигнуть. Поэтому попытаюсь поменьше говорить, но кое-что придется сказать. Во-первых, как работаем? Работаем примерно в таком режиме. Будет два отделения с перерывом минут на 15. Отделение, так, ну, чуть поменьше часа. Я хочу сделать так, чтобы еще осталось время на общение, чтобы мы еще могли здесь посидеть, поговорить и выпить. Значит, в первой половине я буду петь то, что сам хочу. Во второй половине могу петь то, что сам хочу, и, в принципе, и заказы. Но все в жизни происходит спонтанно, неожиданно. Ой, приехал один из афганских ветеранов, которого я знаю очень смутно, из Брянска, и говорит: а у моего сына Василия любимая песня «Девятая рота». Ты, говорит, отец, едешь туда, в Москву, специальное выступление, попроси спеть «Девятую роту». Давайте с нее начнем. Еще на границе и дальше границы стоят в ожидании наши полки, а там на подходе к афганской столице девятая рота примкнула штыки. Девятая рота сдала партбилеты, из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянет с собой до рассвета, то не было роты, приснилась она. Войну мы тогда называли «работа», а все же она оставалась войной. Идет по Кабулу девятая рота, и нет никого у нее за спиной. Пускай коротка ее бронеколонна, последней ходившая в мирном строю, девятая рота сбивает заслоны в безвестном декабрьском первом бою. Прости же, девятая рота отставших, такая уж служба, такой был приказ, но завтра зачислят на должности павших в девятую роту кого-то из нас. Ведь завтра зачислят на должности павших в девятую роту кого-то из нас. Войну мы опять называем «работа», а все же она остается войной. Идет по Тверскому девятая рота, пусть нет никого у нее за спиной. Идет по России девятая рота, жаль, нет никого у нее за спиной. Объявления буду делать по ходу. Значит, в прошлый раз мы встречались в ноябре. И я много пел песню про ракетные войска, потому что сам заканчивал Академию Дзержинского. Вот здесь сидят мои дорогие, любимые однокашники. Кстати, одно из объявлений, что следующее выступление, если будем все живы, у меня будет в ноябре, как можно ближе к 19 числу, это день ракетных войск и артиллерии, в какую-то субботу ближайшую, тоже днем. Ну вот, я в прошлое выступление я спел одну песню про своего однокурсника по кличке Бонифаций. Она называлась «Футболист, хоккеист и балбес». А потом, когда уже вернулся домой, я вдруг вспомнил, у меня есть вторая песня про Бонифаций. Вот я ее хочу спеть. Она так и называется, вторая песня про Бонифаций. Наш общий друг по кличке Бонифаций пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17, свалять несложно в жизни дурака.
Он не хотел командовать и строить, боеготовность не желал крепить. Искал друзей, чтобы было ровно трое, потом искали, где б ее купить. Но закален в сражениях картежных, он мог не спать три ночи и три дня. Немало баб в любви неосторожных чуть и не сгорели от его огня. В РВСН такая дисциплина, любому впору ноги протянуть, а в голове то Оленьки, то Нины, пить или не пить, ударить или по сути. А ну ударь, а ну-ка вдарь, попробуй, отматерись машинным языком, гори огнем и службой, и учебом. Мы с Бонькой здесь, а третьего найдем. Наш общий друг по кличке Бонифаций пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17, свалять несложно в жизни дурака. Ну и все-таки хочется, ведь всего несколько дней прошло, сколько, 4 дня, по-моему, как 55 лет назад, да, Юрий Гагарин полетел в космос. А нам по своей служебной деятельности приходилось бывать на Байконуре, проходить там стажировки. Вот этот Байконур, космодром, Тюратам, город Ленинск, по-моему, 6-й научно-исследовательский полигон, там Министерство обороны, это все одно и то же место, вот то, что называют. И я хочу спеть песню о том, как мы там были, как мы туда ехали. Вновь колеса, колеса и казенный дом, но монетку подбросим, падает орлом. Значит, путь далек, лежит нам на восток. Снова путь далек, лежит нам на восток, где верблюды, верблюды, корабли пусты, где казахские юрты, чахлые кусты, где придут стада город Кызылорда, где придут стада в город Кызылорда, где рассветы, закаты незнакомые, где мы просто солдаты, парни скромные, где нам вслед вздохнул город Сексау, где нам вслед вздохнул город Сексау. Вновь беседы о жизни, и коль долг велит, мы послужим отчизне на краю земли. Не поленимся пить мы в Ленинске, не поленимся пить мы в Ленинске. Так, остальные песни этой тематики оставляем до ноября следующего, этого года, в ноябре встречаемся. А я вам хочу сегодня показать несколько песен, как ни странно, из такого, ну, хочется вернуться в молодость, из юного цикла. И из того цикла, который посвящен моей малой родине, город Шуя Ивановской области. Маленький заштатный городишко. Вот. Ну, он, кстати, довольно интересный. Какой еще маленький город дал России царя? Василий Шуйский был, хоть недолго, но правил. Мы дали первую леди страны, между прочим, о чем мало кто знает. Жена президента, это называется первая леди, да?
был такой человек Инаев, он был вице-президент при Горбачеве. Но в период ГКЧП он исполнял должность президента, да? А его жена была у нас учительницей. И не просто у нас, а вот у меня в классе. И не просто учительница, а была классная руководительница, которая учила меня классической музыке. Потом выгоняла из класса за поведение, а я, дурак, через форточку зимой бросал снежки, чтобы попасть вот в эту самую в проигрыватель, где она крутила там Чайковского и Баха. Думаю, какой дурак. Сейчас бы, возможно, выступал в филармонии, а не в подвале. Ну, хотя публика здесь лучше. Вот, короче говоря, я и вам тоже прошу. Может быть, Шуя не важна, но вернуться в молодость, вернуться на нашу малую родину. Песня называется «Девчонка из шуйского бара». Я живу и не вижу кошмара, но в ночи средь белого дня та девчонка из шуйского бара охраняет, как ангел, меня. Да, по возрасту я ей не пара, между нами любви не на грош. Но с девчонкой из шуйского бара я судьбою и только похож. Отдаемся почти что за даром, я стихами и телом она. Но с девчонкой из шуйского бара верим в лучшие мы времена. Денег нет, но осталась гитара, счастья нет, но осталась душа. Ах, девчонка из шуйского бара, удивительно, как хороша. Ей панели, а мне тротуары, в этом разницы нет никакой. И к девчонке из шуйского бара я склоняюсь небритой щекой. Между нами к чему-то рывары, помолчим или выпьем вина. Не нужна мне сегодня гитара, ей сегодня любовь не нужна. А в России разоры и свары, голодуха, разруха, разлад. И девчонки из шуйского бара я последний товарищ и брат. Я живу или вижу кошмары, но в ночи средь белого дня проститутка из шуйского бара охраняет, как ангел, меня. Та девчонка из шуйского бара осеняет крылами меня. Это у меня дочка подошла, она сама играет на гитаре, конечно, не упустит случай сказать гадости. Ну что? Если у меня слуха нет, я в этом не виноват. Ну и в Шуе, конечно, как и во всяком городе, есть газета. Называется она «Шуйские известия». Так и я сам журналист, хотя центральной печати был. Вот, то есть, естественно, у меня и подруги в основном были журналисты. От дома офицерского вдоль парка Пионерского до самой до редакции, не чуя рук и ног. Сейчас зайду по лесенке, и спета моя песенка. Но шуйские известия закрыты на замок. Но шуйские известия закрыты на замок. К любви дорога дальняя, когда статьи моральные. На Ундервуде стареньком стучит все дни дружок. Ах, надо бы было ласкою, и жизнь могла б стать сказкою. Но шуйские известия закрыты на замок. Но шуйские известия закрылись на замок. Что ж мне
искать отечество в музее краеведчества. Я б с головой в историю уйти бы навряд ли б смог. Смотрю на экспозицию, пора звонить в милицию, чтоб Шуйский краеведческий закрылся на замок. Чтоб Шуйский краеведческий закрылся на замок. Ну, там иногда не все понятно в словах, но в этих песнях, так сказать, молодежных, там обычно их пишешь как дневник и мало чего поясняешь. Ну, почему пора звонить в милицию, чтобы Шуйский краеведческий музей закрылся на замок? А потому что здесь, как бы это, охранная сигнализация, когда последний сотрудник уходит из музея, он обязан поставить на сигнализацию и позвонить в милицию. А так как, естественно, мы уходили последним, нам приходилось. Еще из объявлений. Значит, я сейчас мало пою военных, но вторая часть будет в основном военных и по заказам. Поэтому можете в перерыве записки написать, а можете с места потом кричать там. А первую часть я пока пою такую. Вот песня называется «Улица школьная». Вообще будет несколько песен про улицы. Чем эта песня для меня интересна? Я вообще не пишу мелодии. Для меня, я по профессии, так сказать, журналист и поэт, для меня важно, чтобы вы услышали слова, чтобы мелодия не мешала. Но иногда получаются какие-то мелодии. Вот одна из таких, я считаю, хороших мелодий, которая у меня ни с того ни с сего получилась, вот на этой песенке. Называется «Улица школьная». Улица школьная, липы и скамья, касание рук, дрожание губ и юных плеч прохлада. Пусть не вернусь я в те годы, в те края. Была любовь, любовь была, и мне другой не надо. Встретились рано обычные дела, не одолели разлада. И все-таки любовь была, и мне другой не надо. Была любовь, любовь была, и мне другой не надо. Дальние горы, свинцовая пурга, где кровь текла, где сердце жгла холодная награда. Там потерял я и друга, и врага. Была война, война была, и мне другой не надо. Разве дано отличать добро от зла? В пекле военного ада. Ведь все-таки война была, и мне другой не надо. Была война, война была, и мне другой не надо. Улица школьная станет биржевой, и заграничный слышен вой из городского сада. Перед Россией винюсь, что я живой. Была страна, страна была, и мне другой не надо. Нет ни скамьи, ни надежд, одна зола. Постижимая взгляду. И все-таки страна была, и мне другой не надо. Была страна, страна была, и мне другой не надо. Спасибо.
еще одна уличная песня. По второй восточной дует ветер склочный, слева бьет и справа, в груди по спине. В темноте полночной с дурой беспорочной, с юною девицей беспросветно мне, с юною девицей беспросветно мне. При такой метели лучше вы в постели, нам лежать бы с нею в южном городке. Молода и в теле, ей бы быть пределе, это ведь умнее замков на песке, это поумнее замков на песке. Правда, в нашем марше я намного старше, с девками в ночное я устал ходить. Мне б на речке парше щуку пусть без фарша, на мотыль с блесною времечко лови. Мне б на речке парше щуку бы лови. Ей же дело мало, что она поймала старого поэта на пустой крючок. Правда, танцевала, позы принимала, но любви-то нету, про любовь молчу. Вот иду по снегу и тащу телегу, груз моих ошибок стал тяжеловат. Ах, была бы слега, прыгнул бы с разбега от ее улыбок прямо в детский сад. Прыгнул бы с разбега в местный детский сад. Пусть она танцует, пусть других лупцует, кто ее захочет с дуру целовать. Ну, а мне к лицу ли с юною цацулей по второй восточной трезвому гулять. По второй восточной брошу я гулять. Однажды где-то спел эту песню, кто-то из молодежи мне говорит: что за слега такая? Прыгнул бы с разбега, взял бы слегу. Слега, конечно, устаревшее слово, но, в принципе, это дубина такая, с которой ходят по болотам, там, чтобы только этот самый, да, чтобы знали. Чего-чего? Да. Да, тоже там слега, говорят, там, да. Ну да, да, да. А как помните в этом фильме, это же Ростоцкий снимал, да? А мы как-то не то что дружили, я его мало знал, но однажды был у него на квартире, еще Андрюша Ростоцкий был, который потом эскадрон гусар и летучих, еще маленький мальчик такой был. Что-то мы с отцом пили. А отец-то, он же был без ноги, у него же протез был, это у Ростоцкого старшего. Вот. И когда это снимали этот фильм, он их по болотам девчонок водил, вот сам на протезе, как называется, фактурил, понимаешь? Чтобы они все были заляпанные, грязные, и только после этого начинал съемки. А чтобы их одних не гонять, он сам ходил на протезе по болотам. Интересно уже. Я про него много могу рассказать. Но это... А с Андреем мы потом несколько раз общались. Очень хороший парень, очень спокойный. Он уже так... залысыват был уже, это в фильме-то он всегда такой красавчик, да, а тут уже такой нормальный. И как он, помните, умер, это тоже погиб, можно сказать, под Сочи. Какая-то девчонка ему понравилась из съемочной группы, и ей что-то она говорит: ой, там цветочек на скалах растет. И он полез доставать этот цветочек и грохнулся, и погиб. Вот так. Интересный парень. Ну вот, еще прошу, Шуй это не только Шуй, это еще окрестности. Ну, например, есть такой Палих, это фактически окрестность Шуи. Вот. А чуть поближе туда же, Гумнище, там, например, родился такой поэт был Константин Бальмонт. Константин Бальмонт, да. Иногда называют Бальмонт, это все по-разному. Вот. Потом, кстати, учился в той же школе, где я учился. Сейчас она даже называется имени Бальмонта. Ну да, что-то шотландцы. Ну, как это Лермонтов тоже там, Лермонт там называют. Да.
Ну вот, а, ну правда, на месте вот это в Гумнищах, где был дом, где он родился, дома не остался, осталась маленькая такая липовая аллейка. А неподалеку, где похоронены его родители, в Якимане, там осталась большая липовая аллея. И вот туда иногда, из-за того, что экзотические места, мы назначали, так сказать, свидание с какими-то подругами. Это было километров 5-7 от Шуи, так что там можно и пешком было дойти, и на велике тем более. Песня называется «Липовая аллея». По тропинке в узорах заката ты уходишь на берег пруда. Мы друг друга любили когда-то, завтра ты не припомнишь, когда. В этой липовой старой аллее я один у скамьи остаюсь. Я о прошлом, конечно, жалею, но его вспоминать не боюсь. Потемнели высокие кроны, повлажнели тугие листы, и глухие церковные звоны опустились на пруд с высоты. Еле слышу их здесь за стволами, просто чувствую в воздухе дрожь, и смотрю, как закатное пламя по воде пробежало, как дождь. Молитвенник тонкий раскрыла, совпадением потрясена. Неужели за то, что любила, ты виниться пред Богом должна? Что ж, пора собираться в дорогу, догорая бледнеет закат. Слава Богу держу, слава Богу, что один я во всем виноват. Слава Богу, твержу, слава Богу, что один я во всем виноват. Ой. Хочется вспомнить вообще детство. Я еще раз говорю, что сегодня немножко странный вечер, но мне хотелось, чтобы не то, что мы в Шуи окунулись, мы, большинство людей примерно моего возраста, чуть помоложе, но окунулись бы в детское время, и вдруг когда окунешься, думаешь, елки-палки, а мы были нормальными людьми. Вот я вам сейчас пою песню, которую написал еще в школе. Там, а иногда пою, думаю, нормально, в ней даже какой-то смысл есть. Называется «За что убили комара». Была ли детская игра или ненависть отменная? Она убила комара со злобой несомненною. Он никому не делал зла, он просто сел на платьице, она рукою повела, и труп на землю катится. За что убили комара? За что убили комара? За что убили комара? Вдвоем ласкались до утра со страстью голодной, совсем забыв про комара, а он лежал холодный. И вдруг еще один комар присел на лоб невесте, убил влюбленного удар, обоих их на месте. За что убили комара? За что убили комара? За что убили комара? На Яскинском болоте, на дальнем повороте, со дна именной улицы к Осиновой горе, вы в домике живете, стоящим на отлете, с рябиной над забором, с колодцем во дворе. Для вас я мало значу, но все-таки рыбачу,
на Яскинском болоте, где рыба не клюет. Плевать на неудачи, я радости не прячу, не зря же приезжаю сюда не первый год. От Банчика до Кочки неверные мосточки, а дальше ни до Сочки, ни сгнившего бревна. Ах, глазки, губки, щечки, ах, белые носочки, ах, желтенькая куртка китайского сукна. На Яскинском болоте вы 20 лет живете, а я живу 40 лет в казарменной глуши. Ах, уточки на взлете, ах, пьянки в 5-й роте, ах, сломленные за дуру тростинки камыши. Ах, уточки на взлете, ах, пьянки в 5-й роте, ах, сломленные за дуру тростинки камыши. Я смотрю по времени, чтобы у нас еще осталось время отдохнуть и выпить. Вот тоже из юных песен, из школьных, бесконечная песня. Сколько есть женских имен, столько в ней куплетов. Поэтому я всегда ее немножечко забываю. Но сколько вспомню сейчас куплетов, столько и спою. Немного. Называется «Философский словарь». Жизнь и так не сладка наша, все мы люди, все умрем. Так не мучь меня, Наташа, философским словарем. Много слов ты скажешь, милых, как мы любим и живем. Но не бей меня, Людмила, философским словарем. Я и сам, когда в кровати рассуждаю кое о чем, так, может быть, не стоит, Катя, философским словарем. Я в руках твоих, как глина, не жалеют о таком. Ты меня ваяешь, Нина, философским словарем. Ум твой, как головка сыра, много лишних дырок в нем. Но и ты пристала, Ира, с философским словарем. Ты меня целуешь грубо, шепчешь нежности тайком. Но зачем так сильно любом философским словарем? Я ценю и ум, и волю только в ком-нибудь другом. Так зачем пристала Оля с философским словарем? В жизни сложно все и тонко, но по правде говоря, я ищу себе девчонку, наконец, без словаря. Я ищу себе девчонку, наконец, без словаря. Песня называется «Женщина, с которой я знаком». Я одно время боялся ее петь, думаю, чем-то это похоже на песенку Пугачева, что-то такое поет. Потом говорит, нет, здесь вроде другой смысл. Ну да, покажу. Застенчиво и радостно глядела, притопывая стертым каблуком. Когда на танцах девочкой сидела та женщина, с которой я знаком. Наивно, угловато и смешливо судьбу искала в парке городском. О, как умела быть нетерпелива та женщина, с которой я знаком. Как торопливо губы подставляла, как поцелуй встречала языком, как смятую прическу поправляла,
та женщина, с которой я знаком, в прокуренном битком набитом зале, в портфель совал яблоки тайком. Когда мы с ней прощались на вокзале, та женщина, с которой я знаком, свидание через год, десяток писем, об институте быть полковом. Но день пришел и стал я независим от женщины, с которой я знаком. А через много лет, когда усталость и сердцем овладела и виском, я вспомнил все, что у меня осталось, лишь женщина, с которой был знаком. Еще одна песня из школьного цикла. Вот тут все-таки с каким-то смыслом мы сочиняли. Песня называется «Плюшевый медведь и пластмассовая кукла». Влюбился плюшевый медведь в пластмассовую куклу. Линять он стал и стал худеть, глаза от слез опухли. «Послушай, братец, не реви, я утешал медведя, не стоит истинной любви пластмассовая ведьма». Медведь молчал, медведь ворчал, сосал угрюмо лапу, и примерял он по ночам то галстук мой, то шляпу. Твердил, что он, мол, некрасив, да и медведь к тому же. Однажды вдруг заголосил, согласен, мол, на дружбу. «Послушай, братец, не реви, я утешал медведя, давай-ка вещи собери, с тобой мы в лес уедем. Там есть медведицы, ого, тотчас развеешь скуку, а он в ответ мне никого не нужно, кроме куклы». Свой краткий век холостяком мой глупый мишка прожил. Я на беду свою знаком с тобою, куклой тоже. «Послушай, братец, не реви, теперь твердит медведь мне, не стоит истинной любви твоя живая ведьма». На улице вихрево дом угловой, и старый балкон над моей головой, и утренним солнышком освещена стоит на балконе чужая жена. Послушайте, это не песня, а быль. Проедет машина, поднимется пыль, и женщина снова, как в памятный год, из жизни моей из балкона уйдет. Конечно, я сам был во всем виноват, конечно, нельзя возвратиться назад, но как мы посмели, но как мы смогли расстаться друг с другом в случайной пыли. Пора здесь дорогу перегородить, и мне бы пора перестать приходить на улицу Вихрева к дому тому, где я ни себя, ни ее не пойму. На улице Вихря, дом угловой, и старый балкон над моей головой, и утренним солнышком освещена стоит на балконе чужая жена. Конечно, провинциальная жизнь, все-таки давайте вспомним, это в основном что? Это в основном танцы. Танцы, танцы, танцы в фабричных садах. У нас было вот в Шую несколько адресов, там так называемые
Павловский, горсад, горпарк, это разные вещи, безбожник, это в бывшей церкви были танцы и так далее. Чем вы отличались от нынешних танцев? О, ветераны, вспоминайте, чем отличались? В основном тем, что мы пели под живую музыку, под свою. То есть у нас играли какие-то там доморощенные ансамбли. И чаще всего играли свою музыку. Пускай дурацкую, но свою. Кстати, неплохо играли, я сейчас думаю. Я редко выступал в ансамблях, хотя иногда выступал на танцах. Вот. Но мои одноклассники много выступали. И поэтому даже уже после того, как довольно долго кончил школу, учился уже в военной академии, было приятно прийти на танцы и заказать какую-нибудь свою песню там. Ну, например, такая моя песня, ее играли много. Потом я, кстати, ее слушал и по телевизору. Какие-то КВНщики из Сибири его исполняли. Из чего таких красивых делают? И что за пищею они обедают? И почему мы словно ненормальные? Теряем красоту свою моральную. Мы из-за вас не спим ночами светлыми. Все как один становимся поэтами. И мы меняем истины все вечные на красоту, возможно, но конечную. Куда идем мы вместе, все таращатся. И за тобою следом толпы тащатся. И почему-то все вокруг завидуют идущему с тобой индивидууму. А ты глядишь серьезно и насмешливо, и мне конфетку предлагаешь вежливо. Ты знаешь все, что я сказать отчаялся, и рада, что слова не получаются. Из чего таких красивых делают, и что за пищею они обедают? И почему мы словно ненормальные теряем красоту свою мораль? Дальше тут похороны ваши. Вот провинция, да. Еще из того же цикла одну покажу там. Ну, это вообще, конечно. Но ее тоже играли. Называется «Сестрица Алена». Однажды в парке сестрица Алена наткнулась на двух современных влюбленных. И так получилось, что сразу влюбилась в парня, с которым другая кадрилась. Его штаны с громадным клешем, кудрявый волос и голос хороший, цепочка на шее и узкий лоб. Ей нравились, она влюбилась по гроб, скрипя зубами. Она глядела, как он другую наласкал слишком смело, как он к ней жался и обнимался, сосал, лизался и миловался. Постой, проклятый, ты мне ответишь, хочешь, не хочешь, меня ты заметишь. Включила Алена магнитофон, ха-ха, посмотрим, как ты влюблен. Парень бросил пустое дело, сказал: прощай, ты уже надоела. И он пошел на гитарный свист, туда, где слышал твист. А там Алена ждала влюбленно, держась за клавиш магнитофона. И выключив музыку, Лена сказала: иди ко мне, в жизни счастья так мало. Алена стала на штуку меньше, но стало больше на штуку женщин. И вновь гитары взревели ввысь. Твист! Это здорово, твист! Ну, конечно, мы орали так. Сейчас я просто вам показываю. Так, время у нас подходит к перерыву. Ну, сейчас еще одну быструю песню спою. Тоже думаю, надо пояснять или нет. Вот это вот документальная история одного танцевального вечера. Ну, просто без всякого смысла. Просто что это было. И даже не важно, кто там по именам там. В шуе вечером делать нечего, пьянству углом. И с карманом и да порваному, и в запой. А в запое жизнь
Хочешь спать, ложись, хочешь пой. Мы по маленькой с Бобом, с Аликом по второй. Алик с бельцами, мол, там дельце есть в телефон. Боря молвил мне, может, вздрогнули, я как он. Тут по случаю, да шипучее из горла. Боб уж все допил, но лебед звонил, мол, дела. Мы без лишних слов, да пошли в Павлов, я и Боб. А в Павлове свет, и кого там нет, аж озноб. Боб, он к девице, мол, к вам дельце есть, я, мол, Боб. Не походим ли под мелодию вместе, что... Не слышно гитару? Ну-ка. О. Вредители? Знать согласная, дева красная, с лавки прыг. Бобу вечером делать есть чего, Боб достиг. Я один хожу, про себя твержу, пьянству бой. Вот бы заново, да по-рваному, и в запой. Друзья мои из академии оживились, значит, я пел в курсантские годы много. Ейный папа был. Это мы... Обожди, по заказам во второй части. Сейчас первую часть мы кончаем серьезные песни. Нет, не этой песни, да. Там упоминается Эггер. Эггер — это такая некоторая иностранная фирма, которая успешно борется с экологией в городе Шуя. А мне уже немало лет. Хоть и судьба порой голубит, но Шуйский университет меня уже все реже любит. Тогда какого же рожена? Я тороплюсь уехать в Шую, там без меня цветет весна. Весна над городом бушует, подруг все меньше и друзей, которых в песнях я восславил, и краеведческий музей меня в запасники отправил. И на катке, что у моста, катаюсь я один, как бука. Зачем хожу я в те места, где поломал судьбу и руку? Всему свой срок, своя статья. Гуляет с Эггером в предместье моя гражданская семья. Газета «Шуйские известия», прости, прощай, моя семья. Газета «Шуйские известия», тогда какого же рожена? Я тороплюсь вернуться в Шую, там без меня цветет весна. Весна над Тезою бушует, там без меня цветет весна. Весна над городом бушует. Спасибо, что хорошо слушали эту первую сложную часть. Во второй части нам будет легче. Там, говорю, будем по заказу, больше военных песен и прочее, прочее. Значит, где-то минут 15 отдыхаем, перекуриваем, к сожалению, только на улице. Здесь нам запрещают. Пьем и закусываем.